студии. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня завершается программа 10-го тура. 8 минут Анкар принимает Мордовию. Идет второй тайм в этой встрече. И пока со счетом 2-1 впереди первенский коллектив. Поставил Анкара на 56-й минуте отличился Шаваев, а на 67-й минуте Пеев реализовал пенальти. У Мордовии Мещи на 24-й минуте один показатель не сонявший. Матчи 13-го тура проходят сегодня в футбольной национальной лиге. К этому началу очень надеялся Павитами 0-3. Стайнерби стерпела поражение от Скотт на 0-1. Камаз с таким же счетом проиграл в Спартаку 2. Винники и Шинник сыграли в ничью 0-0. Российский ЦСКА во вторник примет решение об участии вратаря Игоря Акинфеева, защитника Василия Березуцкого и полузащитника Романа Зеленца в матче футбольной Лиги чемпионов с голландским ПСВ. Об этом сообщается на официальном сайте армии Слуфеля. Все перечисленные игроки имеют повреждения. Напомню, что встреча в группе Б Лиги чемпионов ЦСКА ПСВ состоится на подмосковной арене Кинки в эту среду. Российский премьер-министр Сергей Лавров сможет